Добрый день! Наш мастер-класс посвящен формам русского танца. В нашем мастер-классе будет принимать участие коллектив, который является лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции». Это заслуженный коллектив народного творчества, народный ансамбль танца «Боярышня» Дома культуры деревни Кострова городского округа Истра Московской области. Художественные руководители коллектива, лауреат государственной премии «Душа России», заслуженный работник культуры Московской области Алла Рыцарева и заслуженный работник культуры Московской области Евгений Рыцарев, балетмейстер Наталья Бондаренко. Прежде чем рассказывать о формах русского танца, мне хочется напомнить, что и песни, и пляски создавались народом на протяжении многих десятилетий и даже столетий. Народ оставлял в них все самое ценное. Поэтому народ является творцом и хранителем всего ценного. Формы русского танца. Что же это такое? Это способ изложения хореографического материала. Какие существуют формы? Это хороводы, пляски, кадрили, кадрильные пляски, переплясы и более большие формы, сюиты, картины, целые концерты и даже спектакли. Хоровод. Хоровод изначально – это было место, где происходило какое-то большое мероприятие или большой праздник, или какие-то гуляния. И там, где это все происходило, называлось отдельным названием. Либо это был круг, либо кружок, либо пятачок, или топталка. Сам же хоровод – это массовая пляска. И она была очень любима народом, потому что в ней можно было участвовать любому количеству людей. Но особенно она пользовалась популярностью среди молодежи. Именно в хороводе парни могли выбрать себе невесту, а девушка присматривалась к будущим мужьям. Существуют разные хороводы, в зависимости, где они водятся. Водились они в северной части нашей страны, значит, песни были протяжные, и хоровод водился медленно. Рисунок был линиями. А в южной части, где песни были веселые, задорные, и хоровод был более динамичный, как говорили, катился по кругу. Но существовало два типа хороводов. Это игровые хороводы и неигровые хороводы. Игровые хороводы – это хороводы, где происходило внутри круга какое-то действие. Если действие не происходит в хороводе, значит, хоровод неигровой. И мы хотим показать вам два неигровых хоровода. Один хоровод – это девичий хоровод по лугу. По жанру это хоровод лирический. И плясовой хоровод – это плетень. Thank you.
Еще одна форма русского народного танца – это пляска. Пляска – самый любимый танец в народе, но он является самой древней формой. Когда пещерный человек просыпался и поднимал руки вверх, подпрыгивал от удовольствия к солнцу, это была сольная пляска. А группа людей выходила на охоту, охотилась, побеждала зверя. Это была групповая пляска. Отношения между мужчиной и женщиной складывались, и это была уже парная пляска. А массовая пляска – это целое племя радовалось каким-то достижениям или каким-то победам. Итак, русская пляска – это, конечно, не музейный экспонат. Это не застывшая форма. Она все время развивается. Это больше всего, наверное, похоже на живой родник. Основа пляски – это, конечно, импровизация. Именно импровизация дала возможность развитию пляски. Появились многие новые движения, яркие новые коленца. Но народ всем этим движениям, технической части этой пляски, уделял не настолько большое внимание, потому что основу пляски составлял образ, характер, индивидуальность, одухотворенность, то есть все, что говорит о характере русского человека. Пляски существуют нескольких видов. Сольная пляска, парная пляска, групповая. Групповая парная пляска, массовые пляски и парные массовые пляски. Мы покажем вам три русские пляски. Сольная женская пляска, где влюбленная девушка олицетворяет себя с птицей. Пляска так и называется – ласточка-касаточка. В плясках очень часто использовались музыкальные инструменты. Это гармонь, ложки, трещотки, бубны. Русский танец с бубнами – это идея Юрия Копытина. И третий номер – лирическая пляска. Взмахну платочком. Что?
Кадриль – это еще одна форма русского танца. Кадриль – иностранка, пришла к нам из Европы. Родина кадрили является Англия. Контрданс – так называлась кадриль в Англии. Это сельский танец, и его танцевали английские крестьяне. К нам кадриль пришла намного позже. Русский народ обогатил ее движениями из русской пляски, вдохнул в нее русскую душу, и пляска стала поистине любимой и народной. Но кадриль имеет свои законы или свои правила. Кадриль могла исполняться только парами. У кадрили всегда есть формы или фигуры, которые имеют название, и эти названия объявляются.
каждая фигура начинается и заканчивается на одном и том же месте. Каждая фигура имеет свое музыкальное сопровождение, но это не всегда, поскольку гармонисты бывали разные. Одни знали много мелодий, а другие знали только одну. Поэтому кадриль иногда исполнялась только на одном музыкальном инструменте. Кадриль бывает линейная, квадратная, круговая и смешанная. Кроме кадрили существуют еще и кадрильные пляски. Кадрильная пляска имеет свою форму. И она развивается на материале кадрили, но не является кадрилью, потому что развитие идет по правилам пляски. Мы хотим показать вам кадриль в исполнении детского образцового коллектива «Боярушка», который создан на базе народного ансамбля танца «Боярышня». Это Астраханской области кадриль, которая называется Травинская. Исполнялась она в селе Травино. И вторая – это кадрильная пляска. Но кадрильную пляску мы показываем не русского танца, а марийского танца. И эта кадрильная пляска была поставлена очень талантливым балетмейстером, академиком, профессором, автором многих книг, посвященных русскому и марийскому танцу. Это Михаил Петрович Мурашко. Кадрильная пляска марийского танца называется «Строй».
Хореографические сюиты – это самая большая форма русского танца. Состоят хореографические сюиты в основном из отдельных танцев. Наша хореографическая сюита – это там, за деревенской околицей. То есть это тема, которая объединяет несколько танцев, которые входят в сюиту. Это женская пляска, как в «Апуле девки расплясались», мужская пляска с частушками, и все это заканчивается кадрилью нижегородской. Мы смотрим хореографическую сюиту там за деревенскую околицей. Thank you.
Мы находимся в костюмерной нашего ансамбля не случайно. Костюм – это неотъемлемая часть русского танца. Музыка, хореографическое движение и костюм – все является составной частью для того, чтобы танцевальный номер исполнялся на сцене. Костюмы на Руси были очень разными. В зависимости, где танец исполнялся. На севере, значит, был сарафан. На юге, значит, была рубаха и плахта. Также разделялись и головные уборы. Головной убор у женщины всегда был закрытый, а девушка всегда танцевала с лентой в косе. Мне хочется рассказать вам о некоторых костюмах, которые существуют в нашем ансамбле. Последний костюм, который был сшит для нашего ансамбля, это, наконец-то, костюм Московской области. Это яркий костюм с яркими расшитыми рукавами, это с ярким расшитым передником и сарафаном. Костюм этот плясовой. Костюмы разных областей нашей страны все очень разные. Так же, как и танцы. Каждый танец имеет свое движение. Движение рук, движение ног. Мы сегодня хотим показать вам два танца, которые поставлены на областных особенностях. Первое – это массовая пляска казаков. Казаков в нашей стране много. Это и уральские казаки, донские, кубанские, некрасовские казаки. Некрасовские казаки очень давно ушли с нашей земли и проживали многие столетия далеко-далеко от родного дома. Они жили в Турции. И где-то в 20 веке они вернулись на свою родину, вернулись со своими прекрасными песнями и танцами. И сегодня мы хотим показать вам один из номеров некрасовских казаков, который так и называется «Мы из казаков». Это массовая пляска. Пляски Саратовской области наполнены хлопками, разными хлопушками, но исполняют их не только мужчины, но и женщины. В нашей постановке, в саратовской пляске, мы тоже использовали и хлопушки, и дроби, и хлопки. Но при постановке этого номера мы прежде всего отталкивались от названия «Карачанка». Что же это такое? В Саратовской области это маленькая черненькая лисичка, которая обитает на той территории. Она вставала на задние лапки, приподнимала свою переднюю лапку и внимательно осматривала территорию. Вот такое описание натолкнуло нас на мысль, почему бы не воспользоваться и этот образ не передать в хореографическом номере. Так появился номер Саратовской области «Карачанка». В пляске отражена вся жизнь народа. И пока жив русский народ, он всегда будет танцевать свою народную русскую пляску. Thank you.
Мастер-класс я хочу завершить словами великой Татьяны Алексеевны Устиновой. Берегите красоту русского танца. Это наше национальное богатство.